Поручение определить, сколько по факту расходуется воды, городским властям дали депутаты Думы. Они настаивали на том, что действующий норматив сильно завышен. В прошлом году лимит на потребление жителям холодной воды был увеличен в 2 раза. У депутатов возникла необходимость проверить данные выводы администрации. И было поручено администрации в течение мая месяца установить расходомерные устройства на 20 с лишним домах, которые были введены, которые были отремонтированы в соответствии с 185-м законом. Было проанализировано потребление холодной, а кое-где горячей воды на 15 домах. В доме 56 по улице Ломоносова объем ресурса на людей в нем прописанных по нормативу составляет 455 кубометров. Счетчик показал, что расходует всего 155, в 3 раза меньше. А вот дом 2 на Уральской, напротив, тратит воды больше в 1,5 раза, чем существующий норматив. Эти пункты учета стоят именно на домах, на которых полностью заменена коллектора КВС. Так что утечек никаких в принципе нет в коллекторах. Эта цифра, она реальная. Вот здесь прибор учета, если установить квартирные приборы учета, они практически разниться не будут с общедомовыми. То есть их сумма составит именно, скорее всего, общее потребление. Но если мы возьмем, поставим прибор учета в домах, где у нас, нам по пояс будет мужчинам, воды сейчас в подвалах, то есть все водоводы дырявые, то там, я думаю, будут цифры совсем другие. И я не удивлюсь, если там по счетчику, по общедомовому, получится цифры, наоборот, превышающие объем потребления по нормативу. В среднем население, проживающее на улице Уральской, потребляет на 1 кубометр больше, чем по нормативу, а собственники жилья городка-строителя почти на 3 кубометра меньше. Пересматривать тариф депутаты пока не собираются. Во-первых, возможно делать это раз в 3 года, во-вторых, проанализированы только 8% от общего количества домов. Но население сможет начать платить меньше прямо сейчас, устанавливая собственные счетчики и призывая соседей поставить прибор учета на дом. Депутат Соловьев считает, если будет известно, сколько воды поднимается из недр, счетчики на домах будут не нужны. Давайте обяжем тепловодоканал установки узлов учета на скважинах, которые работают, а не расчетом насоса и работа его нужна на 24 часа. По закону не позднее 2011 года счетчиками должны быть оборудованы все многоквартирные дома. Администрация города должна взять его исполнение под особый контроль.